Ну что, недавно я узнал один способ, как с PDF снять защиту на копирование и на распечатку. Вот, допустим, у нас есть PDF-файл. Открываем его. Вот PDF-файл. Ну что ж, выделяем, получаем. Посыл нафиг, копирование запрещено DRM. Ладно. Следующее. Пробуем печатать в PDF принтере. Нас тоже посылают нафиг, как видно. Вот. Что делаем? Совсем для других целей. Когда-то я установил для себя программку, которая называется PDF24. PDF-принтер и PDF-программа для создания PDF вообще. Но оказалось, она может служить и другим целям. Допустим, вот открываем такую ее часть, как PDF-компрессор. Смотрим, вот это вот PDF, значит, компрессор. Ну, как явствует из ее названия, ее основная цель — это сжимать PDF. Но вот что мы делаем. Мы берем и открываем вот наш вот этот вот PDF-файл. Открыть. Старый размер. Вот она сейчас вычислит новый размер. Фактически. Вот. И сохраняем. Сохраняем сжатый PDF-файл. Вот у нас получается наш сжатый PDF-файл. Открываем его. В принципе, ничего внешне не изменилось. Тот же самый PDF. Вот. Но можно уже с него копировать что-то. Ну, давайте теперь попробуем скопировать. И оп, видим, вставляется с него что-то. Что-то вставляется. Вот. Дальше пробуем распечатать. Опять же на PDF принтере. Пробуем распечатать. И принтер нам ничего не говорит, а послушно печатает этот файл. Открываем распечатанный файл. Ну, вот таким образом. Оказывается, можно снять защиту. Всем спасибо, всем удачи.